какой мукой там, ну, соль. Он нам скользкий. Ну я начал рулить, и она, блядь, ушла. Да хорош тебе снимать, ты ёпта, как, блядь. Давай. Рассказывай. Ну все, и конец моему эволюшену. Почему? А? Почему? Ну все, ты здесь один. Ну объясни, слушай, ты только что, блядь, говоришь, поеду, покатаюсь, блядь. Я покатался. Не, ну это пиздец. На самом деле я начал выебываться и... Везёлочками, да? Да, привет. Чё, а ты прям обсап... Ох, ебать. Ух. А бампер новый был? Бампер купил. А какой эвакуатор лучше звонить? Моя тачка, да? Да. Была. Ты чё, один был? Нет. Никитасов. Ты стартовал с кем-то? Нет, просто ехал. Не, мы ехали просто. Бля, как вы так просто ехали, я не понимаю. Да я начал вот так вот рулем. Еду, я еду, смотрю, не туда еду, да? И что, и по мокрому тебя поперло, да? И по мокрому тебя поперло. Нет, по сухому. Ну, ты знаешь, вообще не больно, да, как-то так? Я уже все, я уже вцепился в кресло, просто все, понимал, что сейчас такой удар сзади, блин. Я не пристегнул. Ты не пристегиваешься, блядь? Не, ремень маленький просто был очень. Это у него армянские понты не пристегиваются. Слушай, почему ты всегда на ДТП, блядь, появляешься? Я не понимаю, объясни мне, блядь. Я блядь. Почему, я ёпта? А? Только что целенький проехал. Просто сейчас бы тоже. Слушай, а что ты выехать-то не хочешь? А не заводится? А, нет, не заводится, она из-за этого чудакло. Да, конечно, можно, это хуйня. Че, у нее даже стекло целое, у нее, значит, вот эти углы не пошли. Слышь, а что ты прощаешься с машины? Жопу сделаешь и все. Да, реально машина. Сделаем? Да, конечно. Вот этот. Единственное, вот это, конечно, хуйня, блядь. Вот, видишь? Ну это уже... Может, аккумулятор слетел? А, нет, есть питание у тебя. Давай его вытолкаем, ёпта. А зачем? Да, да. Не, мы не поехали, все равно не сможем. Давления нету, масло ушло все. А, ушло масло? Я думал. А, нихуя, вон тормозные пути-то, ёпта. Нихуя вы пёрли здесь. 300, ёпа. Пасы. Вот он пошел. И тут он запрыгнул уже, вот прочертил. Вот. Ну и, соответственно... Отправлю файл, сам на себя будешь смотреть. Долбоёб я! Мне хоть было выёбываться. Слушай, как можно 4 раза мотор перебрать, так любить машину и в итоге, блядь... Не, ну то есть честно, вот... я не думал, что её занесёт. То есть ты такой самокритичный, ты всегда говоришь прямо, просто выёбывался? Да, просто. Я понял. Чё, ремонт? Ты вызвал эвакуатор, нет? Нет, я не знаю, кого зовут. Блин, давай сейчас наберём. Парни, давайте толкнём! Так, а куда? Домой? Давай. Ну давай на дорогу ее изначально вытолкаем. Давай, давай, давай. Давай, двигается, двигается. О! Пошла, 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 пошла. Жопу выталкивайте и давайте на обочину ее. А что ты масло на месте? Что ты говоришь масло? Давай нету. Туда перед ГТРом. Пацаны, ну чё, ланчуйте, ёпта! Давай, силы нужны, давай. Пацаны, давайте с ланчо пошли, ёпта! Да тур... ёбался, Чкалов! Чкалов, ты чё в 3 часа ночи занимаешься чем вообще? Зато смотри, как у меня развал охуенно стал. Ну чё, целая машина.
Слушай, ебало, я считаю, самое дорогое на самом деле. Жопа, бля, не такая дорогая, как ебало. Вот он, блядь, драг тайм, сиди нахуй, ёпта, что ж такое, блядь, а? Готов? Погнали. Ключевой момент. Я вот залез себе в один из карманов. Теперь мне как бы остается только одно. Придурок. Ну и чё, сколько? За лето ты сделаешь? Бля, ну сильный удар был? Прилично. Прилично, да? Ты охуел? А? Да, Игорян сразу меня спрашивает, говорит, что случилось, говорит, когда уже все, дерево стояли. Бля, охуеть. Слушай, а ты ж прям видел, да, момент удара? Я видел удар прям да? боковым зрением. Расскажи. Ну, занесло машину, она... А вы рядом ехали, нет? Нет, я вообще остановился здесь. А-а-а. И случайно видел, как машину занесло, и она задом уже бьется об дерево. Вот он, блядь, Drag Times все видел, блядь. Штирлиц, ёпта. Штирлиц, блядь, ты сглазил, ёпта. Чипуй. Штирлиц мне рассказывал, как нужно, блядь, чиповать ГТРы, блядь. Блядь, мне даже телефон сломал. Штирлиц, ну покажи личико, ёпта. Тебя вся страна знает, ёпта. Сток-тачка голимая. Ну ладно, ну давай. Желтый лимон рулит вообще. Ну ладно, хорош. Ну как, я хочу лицо твое показать стране. Пусть страна знает того, кто сглазил, блядь. Давай. Ну вот несмотря на все говно, что про эти автомобили говорят, сука, крепкий оказался в итоге, блядь. Вот он. А что ты говоришь про бак сейчас говорил? А, у меня там, мы только сейчас поняли, что у меня там оказывается бак с бензином. Его видно, да? Ну, вон там, блядь, был. И, блядь, не ебал.